Я чуть было на это не купил. Блин! Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, продолжаем проходить игру Kung Fu Panda, и что ж, это финальная серия, как я обещал, у нас вебка, лайк обязательно за веб-камеру, да, лайк, пожалуйста, поставьте, сделайте, можете сделать, кстати, репост, потому что за репост вы получите то, что сейчас написано на экране, это лайк на обу ВКонтакте, добавление друзья ВКонтакте, роспись на стене, и также вы попадете в следующее видео, как вот эти вот люди, кстати, да. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь первый раз, красная кнопочка, вот там где-то красная кнопка подписаться, нажимайте на колокольчик, также, чтобы не пропустить следующие видео мои, да. И кстати, как вы понимаете, игра Panda Kung Fu подходит к концу, финальная серия, все дела. Я, кстати, после этого, после прохождения финала, еще запишу сюрпризы, вот тут вот что-то вот позаписываю. Короче, что-то по этой игре еще будет, то есть коды вам покажу какие-нибудь, вот, нет, это я вам не буду, наверное, показывать, игра какая-то, короче, трейлеры. Тут, короче, еще интересно, вот несколько игроков тут, кстати, есть игра с персонажами, которых мы еще можем открыть, поэтому вот еще у нас два перса какие-то секретные есть, можем за них играть, все это я вам еще покажу, так что еще серии по этой игре будут обязательно, но... Сейчас финал у нас, друзья, сюжета. Так, что-то первое. То, что 16 ноября проходили. Поехали, друзья. Финальная серия. Ставьте лайки. Стоп. Предначертание воина? Разве я это уже не прошел? А, да, я прошел, это отлично. Давайте пока что улучшимся. Так. Давайте, ребята, пока что мы улучшимся. Да. У меня есть 143, получается. Блин. Ну, что улучшать? Давайте вот это улучшим тогда. Покупаем это. Панда-прием. Кстати, все это вот, например, костюмы я вам покажу, наверное, вот тоже в отдельном видео. Поэтому поехали. Следующий уровень, финал. Легенда о воине-драконе очень древняя и героическая. Она окутана покровами из вечной неведомой таинственности и содержит... Ну ладно, это мы уже все узнаем, там все дела. Последняя битва. Да. Такой слоган, ребята, хороший. Последняя битва. Сейчас посмотрим, что это у нас будет за битва. Горит храм. Китая. Ты никогда не получишь свиток. Эй, как это? Ой, ступеньки. О, что ты делаешь? Отпусти его. О. Кто ты такой? Ай, засвечено. Приятель? Мы виделись. Воин-дракон. Ты? Он? Он же панда. Вот это у него все горит на фоне, вы видели? А так должно быть? Почему-то все так горит. Хуже. Нет. Я использую вот это. Так, ну еще поехали. Мы уже играем, собственно говоря. Собираем монетки, собираем монетки. Еще можем золотую. Отлично, редкая монетка. Точнее, изумрудная монета. Мы сейчас будем, ребята, драться с Тайлунгом весь уровень, потому что это такой мини, можно сказать, уровень. Победи Тайлуня. Ну, это Тайлунг вообще, ну ладно. Так, я уже не помню, как играть в эту игру, потому что я играл там в ноябре как какого-то там часа, 15-го или какого. Я не помню, как тут драться. Но, кстати, можем использовать прием панда-колобок. Ой, колобок. Панда-удар вот этот животом. Это очень сложный босс, потому что это финал, финальный босс. Так, тихо. Не знаю, вот этот прием можно ли использовать. Пау. Блин, вот это... Давай, ну господи, что ж такое? Я, честно говоря, не помню, как против него драться, кроме вот этого приема. Че, серьезно, вот так вот? Что? Ну это нечестно, мне кажется, но ладно. Будем побеждать просто таким образом. Я его просто к стене вот... облокотил просто об стенку и все.
Прикольно. Прижал, точнее. Прижал к стене, просто бил как крыса. Ну ладно. Зато победили босса быстрее. Вот вам тактика. Почему он даже не прыгал, кстати, не знаю. Так, тихо. Па-бам. Волки все-таки у нас еще есть, друзья. Это отсылки, наверное. Потому что, кстати, в финальной сцене с Тайлунгом в первой части Панда Кунг-Фу там было куча отсылок на весь мультфильм. Так. 5-5-5-5. А, 5 это другая кнопка. Блин, я просто не понял, что тут 5, а где 4. 5 это все-таки посередине кнопка была. Почему у него восстановились хп, мне интересно. Опа. Прижим... Стой, я хотел тебя прижать. Ах, ты ж такой. Котик, хватит. Опа. Блин, ну почти, смотрите-ка, почти. А могу ли я сделать вот... Не, в него я кинуть не могу. А если я буду вот читер? Серьезно? Мне кажется, что его можно и вот так тоже побить, да? Понятно. Да. На. Вот это было здорово. А ну-ка, а вот так. Могу? Серьезно? И так могу. Смотрите, ребят, просто босс изи. 5. 4-6. Так, смотрите-ка. Спейсбар. 5, спейсбар, 5. Смотрите, какое. 5-4-6. Господи, это было. Вот это было последнее чуть сложнее. Так. У нас украли свиток, я так понимаю, да. Эй! Эй, собачка. Ой, собачка, вочек. Так нечестно. Ну блин. Так, отстань. Тут, кстати, что-то у нас есть. Просто победа. О, ребят, кстати, это отсылка к второй серии. Смотрите. Здесь у нас, знаете, что было? Здесь мы запускали же в космос с помощью этих фейерверков. Не в космос, точнее, ну пофиг. Опа, там что-то у нас сверкает, ребята. Вам небольшая вот подсказочка. Фигурка Тайлуня, ребята, да. За нее вы, кстати, можете поставить лайк и добавить меня в друзья ВКонтакте. Почему бы, собственно говоря, и нет. Все ссылки, кстати, на мои группы, на мои соцсети есть в описании. Поэтому, если что, подписываемся. Если вы тут первый раз, нажимайте на колокольчик и на красную кнопочку подписаться, кстати. Потому что, ну блин, почему бы и нет? Да блин, да кто ж... Кстати, вы видели, как отразился только что мой удар животом? Кстати, можем монетки потырить, потому что мне же еще потом покупать. А уровни-то перепроходить я не хочу. Так-то. А, хотя можно скачать кое-что крутое. Потом вам про это объясню. Так, ладно. Да блин, что ж я проигрываю-то эти бои? Так. Ну и... На. Так, отлично. У нас там, кстати, почему-то поломались ящики. И Тайлунг вернулся, смотрите-ка. И нас ударил в спину. Опа, смотрите, это ж поле, которое уже было. И. Так, ну нужно подраться бы. И победить волков. Не помню, кстати, сколько тут волков надо бить. По-моему, сцена с Тайлунгом появится только тогда, когда мы убьем, походу, определенное количество волков. Мне еще интересно, где золотая... Ой, блин, тут еще и такие будут. Вот этого я даже не помню. Ладно, отстань от меня все. Бей меня. Кстати, вот это вот хороший прием, когда мы бьем, смотрите, вот так вот, и сразу же он встает, и мы просто вот так вот его колбасим сильным ударом. Так, тут в землю надо бить. Отстань. Кстати, вот это да, это хорошее. Хорошие удары. Против любых волков, я так понимаю, в этой игре. Вот это даже тупой удар. Ну хотя ладно.
Там за него, по-моему, монетки можно получить или что-то такое. Опа, монеты. Так. Там ничего нет. Ты так ничего и не понял, да? Истинная сила исходит не от листка бумаги. Он так это тихо говорит, я в детстве даже не слышал. Когда я, ну, у меня не было субтитров. Или же я их не читал, зачем он это сделал? Во-первых, я ничего не слышал, потому что субтитров не было. Ты просто большая толстая панда. Я не просто какая-то там панда. Я та самая панда. Да. Так. Поздравляю. Ты выучил прием «Стальное пузо». Вперед. Используй его для победы. Смотрите, уже три штуки, которые я даже не понимал. Смотрите, первое, это когда... ну, короче, он очень тихо говорит. Это даже не то, что я не понимал. Это, короче, ошибка вот этих вот S1, по-моему. C1 у нас переводили. Я не помню, кстати, кто переводил. Но, короче, сделали очень тихий голос панде. Поэтому, ребята, тот, кто озвучил панду, и мы сделали очень тихий голос. И аудиодорожку, и мы сделали очень тихую вот на этом моменте, потому что орали типа трибуны. Поэтому тут даже очень сложно услышать что-то. Второе, зачем он кинул стрелы только что в нас? Типа вот эти вот стрелы, которые откинулись, даже в нас никогда не попадают. Я не знаю, зачем он это сделал. И третье, ну, кстати, если вы знаете, можете написать в комментариях внизу. И третье, поздравляю, это чуприем «Стальное пузо». Здесь не написано ни как его используешь, ни что это такое, как его купить или что, где его взять, вообще не написано. Я так думаю, что это когда мы стреляем вот своим пузом. Вот, то есть, смотрите, вот этот вот удар и вот это. Вот это. Это и есть «Стальное пузо» или это не «Стальное пузо»? Потому что я не знаю. Походу, «Стальное пузо» это что-то другое. Я не знаю, как им пользоваться. Как пользоваться стальным пузом? Кто мне объяснит? Я типа не знаю. Давайте попробуем в настройках посмотреть. Панда приемы. Вот. А, вот стальное пузо. Отменить, Enter, купить. Ага. Я могу купить, кстати, улучшение. Так это и есть стальное пузо? Так оно мне и так было доступно. Зачем он мне говорит, что я только сейчас это выучил? Типа я не пойму, в чем прикол. Почему он говорит мне только сейчас? Может быть, он говорит воспользоваться им только сейчас? Я, по-моему, могу и не только стальным пузом пользоваться, а еще и... Не, подождите, у меня вопрос. Могу ли я пользоваться обычными ударами? Нет, я хочу обычными ударами тебя побить. Могу? Или вот так вот, кстати. Да, еще и так могу тебя бить, господи. Что-то он вообще беззащитный. Вот так вот могу. Самое главное, самый главный вопрос. Могу ли я тебя бить? Да, я его и так могу бить, но это, кстати, очень сложно. Поэтому лучше его бить вот так вот. Это очень легко будет. Вот он прыгает куда-то там в другую сторону, и мы его опять бьем вот так вот. Серьезно? Так легко? Ну, что-то реально. Под конец. Как-то разработчики уже расслабились. И... Хотя, может быть, потому что это детская игра. На какой я там сложности играю? Тут вообще сложности есть, а то я не помню. Так, ладно, тут я... Так, это было крутое отражение. Это было тоже круто. Давай, прыгай на месте, чтобы... Так, подождите, вы видели, я опять... Нет, кстати, не смог. Я думал, я опять его буду бить до бесконечности, но не получилось. У меня нет энергии ЦИ. Давай, блин, ладно. Не получилось его опять вогнать. Стальное пузо недоступно, потому что у меня нет энергии ЦИ. Ладно, я хотел победить просто без энергии, но ладно. Восстановим жизни. И давай его бить еще. Так, ну и, кстати, можно бы собрать еще энергии ЦИ чуть-чуть. Смотрите, бежал на меня и перехотел. Да ну, господи, что ж такое? Ладно. Что-то, мне кажется, я переборщил с тем, что разработчики пере... Хотя... В принципе, раз в годик я попадаю. Давай. Опа! Вот так вот надо. Да-да-да-да-да, прижать. Отлично, ну вы видите, что почти все.
Но на всякий случай я, наверное, пополню ХП, потому что ХП у меня не очень-то и много осталось. На тебе. Ну и, кстати, можем его добить вот этим вот приемчиком как раз таки. О, да. Так, тихо. Он нас чуть уже побеждает. Ой-ой-ой, по спине больно было. Мы что-то проигрываем немножечко. Что не скажешь по моей игре, честно говоря, потому что я же убил нормально-то. Блин! Я только что такой момент, ребята, вы поняли, что я сделал. Такой момент! 5-4, короче, надо будет мне зажимать. Я нажал не то. Ладно. Здесь можно прием стальное пузо использовать. Я так понимаю, не нужно дать ему восстановить жизнь, потому что он восстанавливает так силы. Можно пропустить... Нет, нельзя пропустить касцену. 5-4. 4-5. Все, отлично. Если сейчас получится, все. То мне нужно 4-5-6. Хорошо. Если я смогу. Потому что я не знаю. Я тогда... Вот только что было, я нечаянно нажал не туда. Да. Ну ничего. 4, там 5-4 было, да? Хорошо, что они не меняются. Я чуть было на это не... Что у него с глазами? Вы видите это? 5-4. 5. И все. Наперсток в УДЖИ. Наперсток в УДЖИ. То, что самое сложное мне. Уборка, когда все позади. Шифу не учил тебя такому захвату. Ты прав. Я его сам придумал. Сам придумал. А если я не сделаю захват, мне интересно, что будет. Скидуш. И мы, короче, все, мы его... Тип, мы его... Ну, прикончили. Вот это у меня лицо, конечно, засветленное. Ну, ладно. Еее, мы прошли игру. Отлично. Плюс один в копилочку мою. Пройденных игр. Так что, ребят, если вам интересно, то на канале много чего... другого интересного. Подписывайтесь. О, он сияет прям как я по утрам. Ну, типа, по утрам же мы типа сонные все дела. Ну, я думаю, вы поняли. Не смешно. Подписывайтесь на канал. Колокольчик жмите, чтобы не пропускать уведомления о стримах, а также, ну, просто там, о новых видосиках. Е-е-е, мы прошли игру. Чё ты нам скажешь? Говорят, воин-дракон обрел свой путь. Когда заглянул наконец туда, куда следовало. Да. Я засветленный прям невероятно. Герой был не единственным, кто отыскал свой путь. Мастер Шифу обрел единение со вселенной. Он медитирует или просто вздремнул. Кто знает? У мастера Шифу был счастливый вид. Выглядело это слегка устрашающе, но, впрочем, после победы над Тайлунем и освобождения деревни... Господи, вы видите эту вставку? Вот это выглядит круто, конечно. Нет. Вставили 3D-модельку на арт. Ну, такой себе, честно говоря. Разительно переменился. По счастью, он нашел, во что переодеться. Но не было времени купаться в... Да. В мире еще... много безнаказанного зла, невинных жертв и неотвешенных пинков. Но это уже совсем другая история. Да. Е-е-е, все, мы прошли. Что ж, друзья, я хочу вам сказать огромное спасибо, 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 кулачки, там, не знаю, пам, там, пятюню, там, все дела. Короче, об этой игре еще видосики будут. Что сделать о ней, вы можете написать в комментариях. Также я хочу еще сделать ролик по костюмам в этой игре и, наверное, о боях в этой игре, где мы будем играть против друзей или, короче, с персонажами, которые у нас закрыты еще. Да. Короче, можно будет с ними играть. Поэтому ролики еще по этой игре будут, но мы закончили вот эту вот сюжетную часть.
Пока что на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И не забывайте писать в комментариях, что же там делать, типа, что мы... Да. И еще, кстати, я буду проходить какую-то новую игру, потому что эту мы закончили. Я прохожу новую. Какую? Я еще не знаю. Поэтому обязательно об этом тоже напишите в комментариях. И не забудьте сделать репост, там, не знаю, в друзья ВКонтакте добавить. Короче, все, чтобы за мной следить. Все, все ссылки есть в описании. Если какие-то вопросы, все есть в описании. Ребята, описание внизу. Да. Лайки ставим. Все. Подписываться не хочу опять говорить, потому что я уже раз, наверное, пятый уже скажу. Подписываться, не хочу это говорить 5 раз, но скажу, нажмите на колокольчик и подпишитесь. Да. Ладно, все, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто смотрел всю игру. На 100% я не прошел только один уровень, все остальные на 100% пройдут. Хотя нет, по-моему, еще какой-то не прошел, там я монетку не забрал изумрудную. Буду также вам показывать бонусы в изумрудной монетке. Все, наверное. Ну и, короче, вот что-то такое. Ладно, на этом все. Нажимайте на вот эти ролики, которые вы видите перед собой. Это, наверное, будут предыдущие серии, а также другие ролики на канале. Всем удачи. Кстати, плейлист с полным прохождением этой игры будет в описании. И также вот тут вот на экране где-то вот там вот будет внизу. Все, на этом все. Всем удачи. Всем пока.